Начиная со зрелого возраста, в среднем 40-50 лет, в кости начинаются физиологические медленно текущие процессы старения. Основное вещество ее теряет воду, из-за чего кость делается менее эластичной. Следовательно, суммарное сопротивление к большим нагрузкам в кости пожилых людей заметно уменьшается. Эти процессы выражены слабее у пожилых людей, ведущих активный образ жизни. Наоборот, при малоподвижном образе жизни, при многих соматических заболеваниях, процессы старения в кости протекают значительно быстрее. Остеопороз – именно так называется заболевание, от которого страдают люди преклонного возраста. Основные причины развития остеопороза – ранняя менопауза у женщин, некоторые эндокринные заболевания, низкая масса тела, вредные привычки, недостаток витамина D, профилактика остеопороза, сокращение потребления животных белков, соли и кофе, они ухудшают всасывание кальция и его сохранение в костях, отказ от алкоголя и курения, больше физических упражнений, они хорошо влияют на образование новой костной ткани. Фитнес, бег, теннис и даже ходьба и прогулки помогут вам поддержать необходимую прочность костей.